Всем привет! Сегодня мы получили такую интересную штуку, как скороварку. Давайте посмотрим. Так. Скотчем. Так, вот так вот запакованная пришла. Упаковка хорошая, видно, чтобы не разбилась в дороге ничего. Также здесь внизу тоже уже все пусто. И вот сама скороварочка. В наборе здесь что идет? Фирма, магазина, описание. Здесь, наверное, все на китайском. Да, инструкция вся на китайском. Но по ссылке можно перейти и посмотреть. Там есть на русском языке описание. Что ж такое, она не хочет. Да, все на китайском. Ну, в принципе, по картинкам посмотреть можно. Так, крышка. Крышка. Также, что здесь еще идет в комплекте? Сейчас мы откроем. Здесь идет вот этот клапан, одевается, и также и ручки вот прикручиваются, ручки, ну, в общем, прикручивать я их не буду. Вот идет в наборе уже болтики к ручкам. Так, вот такой вот идет набор получается. Что по вот этой скороварке? Она рассчитана на для газовых плит и также для индукционных плит на ней можно готовить. Здесь нержавеющая сталь пищевая. В цветах она есть вот такая вот оранжевая и салатовый еще был цвет. Ну, в принципе, она рассчитана, видно, что она небольшого размера, у нее там габариты были 16 на 17 и 9, высота, то есть 9. Ну, как бы на небольшую семью для приготовления можно пользоваться, пробовать с собой. Это все снимается, и потом оно вот так закрывается, крышку надо будет прикрутить. И с бумагой не совсем удобно. В общем, и блокируется. Вот такая вот маленькая компактная скороварка. Кому интересен такой товар, чтобы не приобретать себе большие громоздкие вещи, которые некуда ставить, как обычно, то можно приобрести вот такую вот скороварку. Спасибо за просмотр. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал.